Мощное землетрясение магнитудой 7,3 произошло на севере Индонезии. По данным геологической службы, эпицентр подземных толчков находился в 155 километрах к северо-западу от острова Тернате. Очаг землетрясения залегал на глубине 47 километров. Спустя некоторое время повторные толчки силой 6,3 балла были зафиксированы в соседней провинции Северной Сулавеси. Ранее власти предупреждали об угрозе возникновения цунами в радиусе 300 километров от эпицентра землетрясения. Позже это объявление отменили. Сообщения о жертвах и разрушениях пока нет.